Так, здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем играть в амнезию. В общем-то, в предыдущей серии мы остановились на том, что мы попали в темницы. Теперь нам нужно как-то выбраться из них, видимо. Ни черта не помню. Несмотря даже на то, что... Что за звуки такие, господи. Нельзя же так пугать, когда я играю в амнезию. Играю я днем. Так уж получилось, а. Ну ничего, у меня шторки занавешены. Относительно темно, конечно, но... Ладно, наплевать на самом-то деле сейчас. Откуда-то отсюда звук идет. Не знаю, мне в принципе... Мне кажется, мне не страшно, потому что я... Ой. Прекрасно, у нас масло закончилось. Вы что-нибудь видите? Я ни хрена не вижу. Так, какая-то мушка летает еще перед носом прям. О, там свет. Идем туда. Нельзя как-то зажечь? Почему нельзя? У нас 15 трутниц. Блин, нифига не вижу, господи. Нифига. Блин. Ой, ладно, сейчас споткнемся вообще нибудь труп. Подождите. Так, там светлее, пойдемте туда. Блин. О, отлично, хоть что-то. Может, с ума так сойдем? Вон, совсем все плохо. Еще собаки ходят. Блин, ни черта не вижу. Ну хоть немного масла, люди. Так, дверь можно? Нет, дверь закрыть нельзя. Ух ты, это что такое? Молоток? Блин, а? Масло, люди. Масло. Пожалуйста, кто-нибудь. Это будет самая темная серия. Нет? А. О. Здесь не будет это, как вот в прошлый раз. То есть дверь открываешь, и там бежит. О, масло, масло, масло. Спокойно. Ух ты, ё-моё. Бежим. Ла-ла-ла. Что-то у нас... А, кстати, кажется, мы правильно сделали, что спрятались, потому что там кто-то идет. Даже как-то мышка плохо двигается, не знаю. Он вот там? Я не знаю. Он у Толи, это ты? Где-то справа ходит скотина. Ни хрена не вижу. Что ж ты у нас такой низкосракий главный герой? Ладно, знаете что? Блин, а что так плохо двигается? Туру-туру. Somebody. А, я знаю, почему у нас так все плохо, потому что у нас вот. Да? Давайте сделаем вот так, потому что. Блин, да зашки ты тут. Я не хочу масло тратить. Ох, как все плохо, как он шевелится. О! Блин, я сейчас масло все растрачу, и вообще все будет плохо. Потому что я ни черта не буду видеть монстров в том числе. Так, нужно, наверное, на свету постоять, да, немножко. Потому что приходы, они такие. Медитируем. Ом. Ом. Вообще, смотрите, как двигается. Я просто. Очень тяжело как-то. С таким каким-то запозданием, как будто бы я в киселе плаваю. Ну давай, вот твое солнце. Ой, все плохо совсем. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на. Нет? Так, ладно.
Совсем. Смотри, все хорошо, нормально. Че ты так боишься? Я не боюсь. Ты боишься. Стекло. Так, нельзя, не надо в темноту смотреть. Давайте смотрим. Огонек, огонек. О, нет, все плохо. Здесь действительно можно сойти с ума или нет? То есть совсем сойти, чтобы игра закончилась. Что тогда будет? Насколько я знаю, где-то вычитала или что, я не помню, говорила об этом, нет. То, что если... Короче говоря... А, по-моему, здесь в подсказках вылезает. Если сойти с ума, то есть окончательно, да, если будет совсем все плохо, монстра заметит, видимо, по тому, как у нас там дыхание совсем сильно дышится. Так, давай-ка. Почему он не хочет зажигать, а? По синему морю. Зеленый. Нифига не вижу. Ой-ой-ой, дверь. Твою-то мать. По-моему, он идет, да? Судя по музыке. Да-да-да, идет. Где-то идет. Я... Блин, мы сейчас точно с ума здесь сойдем. А-а-а! То есть я сейчас, смотрите, лихорадочно мышкой вожу. И вот видите, какая запоздалая реакция. То есть. Где он там тусуется? Я пытаюсь. А если мы лбом воткнемся? Не, не откроется? Нет. Отлично, а то я не хочу так нажать. Случайно, чтобы она открылась. А ты ушел? Кажется, все, да? Блин, мне не нравится это место не потому, что оно страшное, потому что оно, блин, запарное. Мы здесь точно умом двинем. Вся. Так, стоим и все. И пока не вылечится наш товарищ, потому что невозможно просто даже управлять им нормально. Он нас выдает своим дыханием. Нервный, блин. Истеричка. Да не, я бы на его месте вообще потом с ума сошла уже давно. Ну ладно. Так, все. О, смотрите, как хорошо. Нам стало. О! Отлично. О, смотрите, как сразу хорошо. Вот я тогда вот так вот двигала мышкой и видели, какое как бы было запоздание. Ладно, теперь мы, по крайней мере, можем идти нормально. Ни хрена не вижу. Ты там? Ты там, тварь? Вот лучше бы тебя тут не было, потому что... Нифига не вижу, нифига не вижу. Хорошо. Ой, успею опять. Где она? Куда она делась? Не скажу. Ничего не скажу. Ты только все усложняешь. Послушай. Маленькой девочке здесь не место. Она может попасть в беду. Кто знает, какие ужасы скрываются там, внизу. А, как вы могли слышать, это наш Даниэль с какой-то женщиной разговаривал. О! Отлично, дало то. А, барам-барам-барам-барам. Так, теперь нам нужно куда-то. Сколько у нас... О-о-о! Гасим нафиг. Я лучше буду ходить в темноте, потому что я не хочу в самый ответственный момент просрать все масло. Монстр? Вроде нет. Так, давай-ка вот так. Ты ж ни черта не вижу. Ага. О! Отлично! Мы прям... Как по заказу, что там? Ничего хорошего. Давайте замочек. Долотом. Это мы удачно зашли.
Идем во тьму. Я сейчас такой, блин. Это прекрасно, по-моему. Что-то ничего тут нету. А чё мы сюда шли-то? Нет? Да нет. А чё тогда? Чё мы сюда шли? Ох, хорошо. Фонарь полностью наполнен. Давайте кровать у всех монстров здесь. А чё мы сюда шли, правда? Зачем? Какие у нас задачи вообще? Нет? Ага, прекрасно. Нам похорошело? Отлично. Давайте уходим тогда сюда. Так, сколько у нас масла? Давайте еще опять наполним, потому что... Блин, ни черта не вижу. Сейчас какая-нибудь тварь отсюда вылезет, нет? Не ори. Если я буду орать, это будет гром. Это будет громче и страшнее. Сядь ты уже. Скотина ходит там где-то. Дышит нам в затылок. О, вот тут вот прям, вот тут. А теперь вот тут. Кажется, мы громко себе вели. Все, не дышим, не дышим, не смотрим. Он куда-то направо ушел, да? Не надо было прыгать тут за маслами. Надо было переждать. Офигеть. Как-то он так неожиданно ударил. Я прям думаю, о, черт, что такое. Честно говоря, вот честно скажу, мне не страшно, мне прикольно. Мне так, что такое, что сейчас будет. Я скорее больше взволнована, чем напугана. Дай немножко света. Он, конечно, еще где-то там тусуется. Но его не слышно. Крысы. Странные крысы. Музыка, заканчивайся. Монстр, вали. Сколько у нас там масла? Хорошо. Смеркалось. Все, кажется, ушел. Офигеть, он дверь вышиб. Он, видимо, сломал, понял, что здесь нифига нет, и ушел. Охренеть. Откуда он пришел-то хоть? Ох, я сейчас рожу, если здесь что-то будет, потому что я не знаю, куда. А хотя мы туда побежим, если что, сразу. Двери там, конечно, нету. Но, по крайней мере, там темно. Мама, но я не хочу уходить без тебя. Беги, дитя мое. Ты должна бежать. Найди провожатого Габриэля. Пусть вызовет людей короля. Нет, мы убежим вместе. Пожалуйста, у меня нет времени расширить дыру. Но... Кто-то идет. Торопись. Я прикрою дыру кроватью. Все будет хорошо. Я обещаю. Угу. Дали. Все, спускаемся. Отлично. Может, здесь все-таки посветлее будет, хотя мы вниз спускаемся. Короче, как вы поняли, здесь была какая-то женщина, у нее был ребенок. Девочку они того спрятали, то есть вниз куда-то. А потом Даниэль пришел и тряс мамашу, типа, где твоя дочь, где она? Внизу может быть опасно. Ну, вы все-таки слышали все это сами. Господи, где мы? Напоминает Doom 3, да? Ни хрена не вижу. Так, ладно. Печально.
Присесть-то тут можно как-нибудь, или мы уже сидим? Нет, не хочу здесь тратить. Здесь, в принципе, и так по прямой. Ага, вот и выход. Ты. Иди сюда. А, это нельзя? Нет. Сейчас что так и держал это. Отодвинем куда-нибудь влево. Ой, чем ниже, тем хуже. Ну ладно, дорога вниз никогда не была хорошей. Как, в общем-то, что ж ты прям под ногами-то? Как, в общем-то, и дорога налево, но... Мне почему-то кажется, что нам надо сюда сперва сходить. Я не знаю, почему. Так, что у нас с мозгами? Ну, здравоумие, отлично. Отлично. Так, кто-нибудь? Там свет? Свет, это хорошо. Да что это за звуки такие? Кто там ходит? Кто это долбится головой об стену? Ох, не нравится мне это все. Чё помогите? Сам себе поможешь. Тюремный блок 3. Прекрасно. Это хорошо или плохо? Кухня. Кухня? Где кухня? Наверное, это было там, направо, если бы мы пошли. Хранилище. А тут что? Твою мать. Меня раздражают вот эти звуки, они меня напрягают. Как будто бы кто-то вот здесь, вот прям под боком. Вот, слышите, да? Если там монстрелы какой-нибудь головой долбится. Тут у нас чего? Я что-то как-то сейчас заблужусь, чувствую. Он в безопасности. Это для его же блага. У меня почему-то такое ощущение, что я хожу кругами. Да? Цистерне. Трудница. Ой, скоро все будет готово. Подождем. Давай-ка. Нет. А что там? А, слабить нужно. Ворота, ведущие наружу, заперты ржавым навесным замком. Ой, давай эту дивизию. Что все так сложно-то? Что у нас там? Сейчас как... Нет? Эй, ты! Что? Не приближайся! Я просто хочу уйти! Не выходи наружу. Там слишком опасно. Я все расскажу Габриэле. Сомневаюсь. Он сбежал? Где он сейчас? Ой, господи, этот свет. Короче, как вы видите... Тварь. Намек на то, что нам нужно спрятаться? Да, по всей видимости. Судя по музыке. Не, я не хочу туда выглядывать. Ту-туру-ту-туру. Так, я что-то заблудилась, честно говоря, здесь. Еще непонятно, есть ли там где-то монстр или нет. Потому что я не слышу. Они были как-то отдаленно достаточно. Какой ты долгий, а? Монстр. Может, она знает. Чё она знает? Когда с тобой говорит внутренний... Голос, это плохо. Ох, я чувствую, мы сейчас прям... Прям к нему выйдем. Идь. Давай-ка. Нет? Да нет, вроде нет никого. Тихо. Он где-то тут, я его слышу. А может он там? Ой, хорошо бы ему быть там, а? Потому что я за себя не ручаюсь. Если он выйдет, я его убью. Ага, музыка успокоилась. Хорошо. Значит, он там, наверное. Ладно, хорошо. Нам нужно куда-то.
Здесь замок. Ага, замок. Так, надо запомнить. Здесь замок, там тоже ворота какие-то. Так, хорошо, надо запомнить. Чёрт, нифига не вижу. Блин, а что ж так? Блин, а? Так, хранилище. Пойдем в хранилище. Ой, ё-моё. Вон ходит, видели? Ла-ла-ла. Вот там вот шел, вот так, справа налево. Скотина. Господи, блин, дайте мне уже дойти, да тут, не знаю, сварить там что-нибудь на этой кухне. Бадя какой-нибудь, самогон, я не знаю, что-нибудь. Он ушел? Нет? Музыка просто успокоилась, я не знаю. Ой, блин. Оставить тебя открытый, нет? Ладно, оставим. Надо здесь побольше света зажечь. Ныкаться будем в камерах. А вот тут пусть кай свет горит, потому что ни хрена не видно, блин. Тюремный блок 4. А мы там не были, смотрите, раз здесь. Хранилище. А, он сюда же пошел. Куда он делся? А, в отличном состоянии. Ну-ка, все равно давайте. Не. Ладно. Давайте пойдемте в хранилище. Где будет здесь какая-нибудь скотина вылезет сейчас? Я здесь все буду зажигать. Ммм. Так, что у нас тут есть? О, трудница, отлично. Две зажгли, две забрали. О, да. Банка. О, да. Сокровище, сокровище. Так, тут ничего нету. Нифига тут нету. А тут? Да иди ты нафиг. Да вроде нет, все. Ладно, ух ты, нифига такая баррикада получилась. Mm-hmm. Так, ладно. Сейчас здесь никто не побежит. Надо дверь как-то оставить приоткрытой, чтобы, если чё, было куда бежать. Ну, в общем-то, о чем я и говорю. Тын-тын-тын-тын. В ящик, прячься в ящик. Свет погасись. Ладно, я думаю, он до сюда не дойдет до нас. Я надеюсь, по крайней мере, очень. Если дойдет, это будет печально. Где мой чай? Ну. Ай, смеркалось. Кажись, музыка успокоилась, да? Да. Ладно, валим. Когда там тун-тун-тун-тун, это вот значит плохо. А вот когда вот это значит нормально, можно идти. О, освещение, конечно, здесь паршивое. Как хорошо со светом. Когда он есть. Вот откуда-то оттуда он пёр. А, куда нам надо? Блин. Что-то я не помню, что мы тут были. Что это за место вообще? Сейчас так буду. Мне что-то как-то плохое предчувствие насчет всего этого. Какая-то очень уж большая какая-то комната, не знаю. Тут ничего? Да, мы тут не были, кстати говоря. Ох, я надеюсь, тебя там нету. Трин. Хотя в такой темноте я все равно тебя ни хрена не разгляжу, пока не упрусь у тебя. Ладно. Найди ее. Ты нафиг. Так,
трутница и бумажка. 2 августа, 1839 год. Я приехал в деревню Альштадт. Тихое местечко в лесах. Я заночую здесь перед тем, как отправиться в замок Бренненбург. Провожатый, с которым я ехал от Бремена, посоветовал подождать до утра, а не ехать на ночь глядя. Я снял номер в мельнице, единственной гостинице на всю деревню. И теперь жду рассвета. Я пытался поспать, но, закрыв глаза, видел лица погибших в Лондоне. Стыд и страх заставляют вновь и вновь представлять себе их смерть. Они погибли из-за меня. Конечно. Ты во всем виноват. Ладно, нужно выходить, наверное, как-то отсюда. Вот эту дверь мы закроем. Если что, будем прятаться туда. Хотя там вообще светло. Значит, тогда... Ой, ё-моё. Нет, подожди. Закройся. А прятаться мы будем как раз-таки сюда. Ой. Ну ладно. Пойдем. Хранилище. Нам нужна... кухня. А тут что? Что-то мы тут не были, похоже. Или были. Здесь, блин, вообще какой-то лабиринт. Ну, нафиг его. Пойдем на кухню. Я жрать хочу. А, кухня там. Бегом туда. Здесь еще чем хорошо полезно освещать коридоры. Угу. А. Видно монстра издалека. То есть, если он где-то там идет. Что у нас с мозгами? Плохо вас-то. Плохая вас-то. Ах ты, твоя эта дивизия. Я так и знала, что когда-то это случится. Ладно, не важно. Сейчас дойдем до кухни, там что-нибудь сварим. Выпьем и умрем. О! Мы же отсюда пришли. Нехилый круг. Кухня. Где кухня? А тут что? Не пытается. Угу. Ладно. Я хочу на кухню. Где она? А, мы в прошлый раз же как раз налево пошли, а здесь вот вправо кухня. Кухня. У-у-у, кухня. Нехилая кухня. Читаем. 1839 год. Такое ощущение, что я сбежал от мирской суеты и забот. Бренненбург — древний замок на холме, который возвышается над лесом. Петляющая дорога к воротам навевает мысли об открытии давно забытых мест. Я чувствую себя как Марко Поло, который вошел в тайный город Шандо. Барон Александр — человек своеобразный, но приятный. Он в курсе того, что творится в мире, и совсем не похож на эксцентричного аристократишку. Моя комната шикарнее, чем номер в пятизвездочной гостинице. После захода солнца сказочный Бренненбург становится мрачным и зловещим. Странноватые слуги Александра вечно снуют поблизости. Они ведут себя тихо и все время крадутся. Похоже, Александр рад мне. Сказал, что я прибыл как раз вовремя. Подозрительно. Ну, как вы могли понять, Даниэлю здесь сперва очень понравилось, но он отметил, что замок вот к ночи странноватый как становится. Блин, куда заныкаться? Что тварь здесь ходит? А, черт, я неудачное место, да, выбрала? Блин, даже ничем не закрыться. А, надо было вперед куда-нибудь там бежать. О, он уже тут. О, ну, пускай пока дверь ломает, мы сюда переныкаем. Вся. Все, все, тихо, сидим. Ла-ла-ла-ла. Ох, зажопит, я чувствую. Нифига не страшно, честно. Я просто не хочу, чтобы меня нашли, потому что придется переигрывать. Он слева, он тусуется где-то слева. А
А я как жопа чуяла, что я возьму бумажку, и эта тварь вылезет. Ну давай уже, вали. Он дверь, кстати говоря, вышиб. Это плохо. Ну что, ты ушел, нет? Кажись, уходит. Приподняться никак нельзя. Черт, мне даже встать не дают. Что такое? Угу. Ну-ка, он там есть где-нибудь? Что-то я его не вижу. Где ты? О, трутницы. Надо будет потом взять. А, он как раз свалил. Сейчас позыркаем. Вот и правильно, вот и вали. Нефиг ходить тут. Грязными ногами. Это кухня. Ладно. Свинья. Давай тебе сварим. Нет? Сварись. Да подожди. Ты ё-моё. Свинья. Варь. Ух ты, ух ты. Ай ты твою. Кислота. О, кислота. Что-то приходы опять пошли какие-то. Нам поплохело, что ли? О, рано сильно кровоточит, это плохо. Мозги в порядке, более или менее. А, теперь нам нужно найти где-то этот дурацкий замок. О, маслец. Расплавить его и валить нафиг отсюда вообще. А, я примерно помню, где он. Я помню вид коридора, где он должен быть. Мне казалось, или я здесь зажигала вообще-то свет везде. А. Нам нужно, короче говоря, идти обратно к той дыре. И оттуда я просто поверну налево. Сейчас бы еще вспомнить только. Где эта дыра? По-моему, нам сейчас надо налево. Ага, вот она, отлично. Бежим, значит, сюда. Не будем пока свет зажигать. Что это за звуки? Оттуда откуда-то. Сейчас расплавим этот замок и на этом закончим. Серёга, там что-то затянулось. Угу. Я не помню. Да что за звук такой? Сюда? Куда-нибудь. Блин, реально лабиринт, вы посмотрите. Я гениальный человек, просто посмотрите. Отлично. Ух ты, ё-моё. Он идет прямо сюда, твою-то дивизию. Не иди сюда, не ой-ой-ой, сейчас поймается сраку. Ой, бьет сейчас. Черт, да. Ну ладно, а кучу. Блин. Скотина. Надо было, видимо, дверь открыть, закрыть и мотать оттуда вообще далеко и надолго. Печалька. Ну ладно. Делай то, тихо. Что нужно сделать. А чё, где мы? Здесь! Да вы стебётесь надо мной! Чё так далеко-то? Ой. Он там где-то тусуется. А чё, где мы вообще? У нас даже кислоты нет, придется обратно бить. Чёрт. Короче говоря, я чувствую, я побегу за кислотой. Блин, почему здесь нету сохранения в процессе? Как-то я поспешила сказать то, что здесь хорошая система сохранений. В следующий раз перед тем, как куда-то бежать... Буду выходить, тем самым сохраняться, и заходить обратно, потому что это невозможно. Это сколько бежать сейчас обратно? Сволочи. Уходи отсюда, монстр, я тебя умоляю, а? Блин, облом такой. Все, ушел. Так, ладно, где мы? О, здесь.
Короче, бегом на кухню. Ладно, фиг с ним, добью. Ой, ой, фак. Я не знаю, куда я бегу. Стоп. Я бегу куда-то. Не знаю, куда. Иди нафиг. Подождите. Мы что, даже в дырку еще не залезли, что ли, в эту вниз, которая ведет? 4 августа. За час. Да ладно, быть не может. Твой это... Ой, ё-моё. Закройся дверь. Вон он, смотрите, видите, да? Если он упадет сейчас сюда. Я просто так прыгаю громко. Наверное. Не знаю. Ладно, посидим. Я с этим сбросом вообще потеряла всякую... Не знаю. Ориентировку, куда идти. Что делать. Подождите, мы у замка же уже были, да? Нет. Мы даже у замка еще не были. Да быть того не может. У нас есть вот эта хрень. У нас есть бутылка. Бутылка хотя бы есть. Это банка. Это уже хорошо. Где ты, тварь? Надо теперь просто найти кухню. А от кухни я уже знаю, куда бежать. И не оторвать, черт. Ушел, кажись. Ладно, отлично. Кухня. Нам нужна кухня. А, это те две двери, да? Ой. Ну, масло. А. Хорошая поза, ты знаешь. Ну ладно. Да ё-моё, закройся. Там прятаться будет бесполезно, там слишком много света. Ой. Как же так? За что? Кто такое сделал? Я не понимаю. Разве я в чем-то виноват? Я не виноват! И зачем только он туда пошел? Нельзя же заходить в горящий дом. Надо было головой думать. Короче говоря, я думаю, мы на этом остановимся. Потому что уже 38 минут идет серия. Это уже как-то слишком... Продолжим в следующий. Пойдем найдем эту долбанную кухню. Найдем эту кислоту, этих свиней. Наберем и в следующий раз просто дверь эту откроем, побежим вперед и заныкаемся где-нибудь в углу. Вот даже собака пришла с вами попрощаться. Да, моя хорошая. Ты обезьянушка моя. Да. Скажи гав. Нет? Не хочешь? Только хрюкает вон. Что ты хрюкаешь? Ты же не свинья. Так, иди на место. Иди. А, в общем... Ой, блин, ластится, рыло свое сует мне под руку. Короче говоря, мы в следующей серии продолжим. Уйди. Уйди от меня. Так, иди на... иди на место. В общем, мы продолжим в следующей серии. Я надеюсь, вам все понравилось. С вами была Сэм. Всего хорошего и пока-пока!